Всем привет! Продолжаем гулять по музеям мира, рассматривать скульптуры, картины. Маска племени Квакиутл. Около 1870 года ольха, пигмент, человеческие волосы, шкура медведя. 27 на 19 на 14. Американские и канадские индейцы проводили разнообразные ритуальные празднества. К каждому такому событию они готовили специальные костюмы и маски для исполнения песен и танцев. В основном изображались духи. Духи племени, природы, тотемных, сакральных животных. Маски Квакиутл – подлинные произведения искусства. Их экспрессия, гипертрофированное выделение основных частей тела, брови, рот, раскраска и аппликации – уникальные свидетельства того, что настоящее творческое чувство и талант могут оцениваться не только мерками европейских академий художеств. Как правило, маски были больше натуральной величины головы. Это делало их очень выразительными. Данный экземпляр представляет дзунуку – дух дикой женщины лесов. Другие герои индейцев носят не менее прихотливые имена, например, дух, приносящий смущение, великий охотник, убийца гигантского осьминога. Вот такое описание к работе маска племени Квакиутл я нашел в интернете, пользовался текстом книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.